Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня я хотел бы сделать видео о том, как откатиться с iOS 7GM до iOS 6.1.3. Поехали. Что нам понадобится? Нам понадобится iTunes самой последней версии, прошивка для вашего устройства, ну и само устройство. Оно у меня уже подключено к iTunes, но, кто не знает, будет всегда выдавать ошибку, что нужен будет iTunes 11.1, но как нам обойти эту ошибку? Вы должны нажать кнопку Home и Power на 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускайте Power и жмете Home. Может не получиться в первый раз, на самом деле. Ну вот, как видите, все получилось. iTunes обнаружил iPhone в режиме остановления. Необходимо восстановить этот iPhone перед использованием с iTunes. Мы нажимаем ОК. Если у вас Mac, то зажимаете Alt. Если Windows, то Shift. Выбираете файл прошивки, где он у вас. Так, извиняюсь, нас не прервали. Скажем так, простите, пожалуйста. Выбираем файл прошивки, нажимаем «Открыть», нажимаем «Восстановить». У нас пишет «Извлекая ПО». Так. Так, ну вот выдалась ошибка какая-то, но сейчас разберусь и продолжим. Так, ну я снова вернулся в итоге. Это был какой-то, скажем так, фантомная ошибка какая-то. Как видите, тут все пошло. Вот восстановление iPhone. То есть восстанавливаю по iPhone. Как видите, вот. Пошло само восстановление на iOS 6.1.3. Так, наверное, сфокусируюсь, но давайте. То есть делайте все, как я сказал, и все вот должно получиться. Но со второго раза я перезапустил, у меня все получилось более-менее. Ждем окончания процесса, восстановления. Я не буду вам показывать, это будет все равно еще очень долго. Как видите, вот, еще полоска будет тут долго продвигаться, так что скоро вернемся. Вот и восстановился iPhone наш. Вот, как видите, активируйте iPhone, пишет iTunes. Так, давайте мы активируем его быстро. Так, фокусируемся. Вот установка языка. Пишет новый сервер. Почему-то хотя симкарту все вставлено. Так, установка языка. Так, вот поиск. Далее. Так, Wi-Fi. Ну, Wi-Fi. Мой Wi-Fi почему-то не ловит это. И нет сети. Это как-то не очень. Так, ну давайте тогда я его активирую сейчас через iTunes. Почему бы нет? И уже тогда вам покажу, что все активировалось. Ну, в принципе, все. Хотя, с другой стороны, ладно, давайте на этом, наверное, все-таки закончим. В принципе, там, а дальше уже. Просто ничего такого интересного не будет, просто активация, активируйте iPhone и все просто. То есть я показал, что как можно откатиться с iOS 7GM до iOS 6.1.3. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь обязательно на канал, будет много всего интересного. Что еще могу сказать? Мог бы еще сказать только то, что обязательно пишитесь, опять же, и подпишитесь на канал моих друзей, это Factor X Time и Game Apple Pro, ссылочки в описании, посмотрите их видео,
На их каналах тоже будет скоро всего интересного. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь.